Всем привет! Вы на канале MaxPro, и сегодня мы поговорим о мусорном ведре для кухни. Они бывают сортировкой и без сортировки. Сортировка – это когда вы можете, например, сортировать мусор, там, например, пластик, бумага, стекло. Без сортировки, соответственно, это обычный бак, куда вставляется пакет из-под мусора, и вы, соответственно, туда весь мусор скидываете, после чего снимаете пакет, да, и выкидываете. Удобство этих ведер, специально для кухонь, которые сделаны, да, то есть они отдельно стоящие, в том, что они бывают с автоматическим, например, открытием, да, то есть они более компактные, и в этом преимущество их, потому что, например, когда у вас на кухне немного места, да, то вам, в принципе, некуда ставить ведро отдельно стоящее, оно неудобное, за него обычно там заваливаются какие-то там пакеты и все остальное. А в этом же ведре, да, то есть оно плотно стоит, например, крепится оно к фасаду кухни, и при открытии, да, то есть вы, во-первых, оно у вас в полном доступе образуется, и вы можете спокойно им пользоваться, и у вас ничего никуда не будет заваливаться, это очень удобно. Сегодня мы разберем такое кухонное ведро немецкого бренда Blanka и как раз сделаем распаковку на него. Вот так вот выглядит упаковка. Посмотрим, что внутри. Это, кстати, ведро без сортировки. У нас вообще вот в России очень плохо, конечно, что не принято, да, сортировать мусор, так как, например, в европейских странах. Так, здесь у нас крышка сверху. Так, сам мусорный этот контейнер и, как я понимаю, нижняя часть от него. Коробку убираем. Вот, в принципе, конструкция элементарная. Вот здесь у нас вот эти полозья, которые, соответственно, ездят, и за счет которых открывается вот эта крышка сверху. Крепление. Крепления вот такие. Вот. Все, сейчас мы это все соберем, и я вам сниму, как это выглядит уже в действии. В принципе, тут конструкция несложная. Удобно, что если вам вдруг нужно будет помыть это ведро, вы просто его достаете с вот этой чаши, и вам не нужно, то есть вот до самой этой чаши дотрагиваться. То есть вы спокойно достали, помыли и вставили его обратно. Вот. Ну, сейчас, собственно, я вам покажу, как это будет выглядеть. Кстати, Blanka советую бренд, очень хороший немецкий бренд. Вот. Отличие от российских производителей в том, что здесь пластик используется высококачественный, экологически чистый. Ну и в том, что конструкция более надежная, в отличие от того, что продается у нас в магазинах. Вот. Ну давайте перейдем уже к установке, и я вам покажу, как это выглядит в действии. Итак, друзья, ведро готово. Вот таким образом оно закрывается, открывается. Ну что, друзья, подписывайтесь на мой канал, если хотите быть в курсе последних технологий. Я много чего рассказываю на своем канале, делюсь полезными советами, практикой и многолетним опытом. Всем удачи!